Всем привет, с вами как обычно Айсрок. Я играю в Pro Evolution Soccer 2009. Накануне матч полуфинала Лиги Чемпионов. Напоминаю, играю я за мадридский Реал. Это первый матч полуфинала. Играем мы дома против Ромы. Фух, ну погнали. Что у нас с формами? Форму как будто домашнюю, потому что две белых, это несерьезно. Так, состав, ладно. Фабио Коннаваро у нас капитан. Ну, пускай, ладно, на матч один. Пускай будет. Команда выходит на поле. Спикер о чем-то разговаривает. Ну ладно, мы это пропустим. Так, первый мяч разыграем. Мы, мадридский Реал, ну что, погнали. И мы зарабатываем штрафной. Перотта палит на Вандерварте, сразу же желтая. Неплохое начало матча, неплохое. Ну, спасуем на Марсело. А Марсело это дефол уже. Ну ладно. Рома пытается атаковать. Так. Опа, гол. Гол. Пиздец. Это начало, товарищ. Маура Эспосито забивает. Ну да. Как так? Как? Первая атака. Первое касание Ромы к мячу и уже гол. Я охренеть. Как можно было такого пропустить? Пиздец. Робин на фланге. Робин Рубенчик. Центр пасуй. Эйдер. Робина. Штрафной. Шнейдер. Ну, ударить что ли, ну. Что делать? Нейдер. Выше. Да. Ну, тут очень опасно штрафной. Ломают Робиньо. Эйдер получил тоже травму, когда вы помните, когда его сломал кто там. Эспозито вроде. Тонетто получает желтую. Я за это красную дал. Ходовый Робиньо драм. Отлично. Вообще здесь смотрим. Очень сильно под ногам получает Робиньо. Он носит его на носилках. Нужно сделать замену Снейдера. Хотя после удара, если только. Ага. Через пар что ли. Потому что... Робин. Бляха-муха. Меня в Снейдер. Угловой Гага уходит вместо Снейдера. Тут 21 минута матча. Идите, опасно может быть. Фух, вроде выводим. Не дать ударить, не дать. Еще один угловой. И в контратаку побежал. Робин, давай. Понятно. Отворот. Понесли, может получится что-то опасное. Робиньо. Еще это центр. Робиньо. Право перелаживать нужно. Робиньо. И. Что это за удар? Канаебизм какой-то, а не удар. Отбор. Вау! Красава. Пас не доходит на Вандерварта. Ой, какой пас на Робиньо. Робиньо! И забивать! Да! Вынимай! Девятка! 1-1.
Фух, сравняли. Робиньо. Робиньо. Просто красава. Лучший, лучший. Смотрим. Ого, Робиньо. Двоих накрутил. И слева, и не ведущая в 9. Без шансов для Дони. Просто без шансов. Пробуем по флангу. Так. Забрали мячик. Ай-яй-яй, не доход до Робиньо, пас. Так, Гути уже. Силёнок нету. Братан, будем менять. Последние минуты уже. Так, пытается финтить. Игроки Роб. Робин. Щеми. Андервард, красава, все, перетайм окончен. 1-1. Забили мы все-таки в раздевалочку. Так, нужно поменять Гути. На старт сам я выпустил Джави Гарсио вместо Гути. Что Гути уже нету зеленых. Ну, погнали. Марсело отбирать нужно. Да, Дэвид явно лучше Марсело. Прострелка Силиас на месте. Робин. Робиньо. Там. Тихо. Сам Робиньо. Двигай. На Робина. Отлично! И это пенальти. Это пенальти, друзья. Черножопому негру нужно давать красную. Тут красная. Но судья отталкивает от этих игроков. Показывает на Аквилане что-то. Нет, на точку пока, он смотрит. Ну да, тут пенальти, тут три погибели. Ну, дадим ударить Робиньо, выбор бьющего. Так, прием немножко на клавиатуру. Да, о, если дорогой, то еще удара лучше, так что хабит вам, если дорогой. Два Нестлера. 2-0. 2-1. Два Нестлера. Хотя Габернабео ликует. Два Нестлера. Ладно, можно, конечно, дать и Робиньо ударить, но Нестлера статистика лучше. Вы видели сами. Да, Рома подсела очень сильно. Смотрим повтор. По центру надежно. Спокойно. На технике. Джей Гарсия, пас на Робиньо. Так, тут свой. Да, какая-то. Так, а Рома теперь. Так, как он наоборот забрал мяч. Робиньо, ну, ходи, нет. Мне сейчас за пенальти меня очень расстроило, даже ровно чуть ноги не поломали. Желтый даже не дал. Но главное, что мы забили. Самое главное. Теперь главное не пропустить, а по желанию еще забить один. И можно играть на спокойной очке. Так, заброс. На Эспозито. Щимим. Подача. Ну что ты делаешь? Что-то. Фух. Вот это мы отскочили. 62-я минута. Время еще есть забивать нам. Нужно еще один. Понять, герой. Ломают два Нестлера. Ну, желтую дай ему хотя бы, кто Максес, да? Да, желтый Максес. Робин травма. Зашибись. Меняем арену. Арена Робина я поменял, но. Птисту, вот вы видите, держится за заднюю поверхность бедра арены, да. Воду потянул мышцу. Но мы что тут? Разыграем через сверху Ромаса. И Рамос можно забивать. Ой-ой-ой, Дони тащит. Момент. Смотрим повтор. Рамос. Их дали, но... Ну, в Дони, в принципе. Ну, можно было и пропустить. Подача, ага. Куда? Некому бить.
и Атлоти забирает мяч, идет в контратаку. У него Баптиста. Ой-ой-ой, штрафной. Ага. Бьет по ногам, кого он ударил. И показали. Сейчас показывает. Спокойно, спокойно. Да, я согласен с судьей. Ничего такого. Херабиньо, бежать, бежать! Ай-яй-яй. Стилерой. Забрал мяч. Хорош, красава, Ван. Рудва, не Стилерой, пошел, пошел. Так много. Блин, не успеваю отдать. Пас. Пас на Тадея. Но будет Гого. На Тоти. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тоти уверенно отбирает мяч. Ага. На Гарсию. Так, что это за пас? Отъебись, какой-то пас. Зидан. Стилерой на Баптисту. Рабиньо. Так, Рабиньо, нужно бежать, Рабиньо. Себя. Да. А я как мяч через Баптисту прошел, так. Ага. Спокойно. Канаваро. Ну, Гарсия. Бежать, 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 Гарсия. Не убежишь, все понятно. Что это за пас? Да. Так, Баптиста. Красава. Ну, последний пас назад отдал Баптиста. Шире переводил Равас. Стилерой. В офсайде. В офсайде по-русски. Да, был офсайд, был. Ой, не Стилерой, травма. Что это такое? Три человека травмировалось. Но замены же нету. Рабиньо фланг смещается. Нет. Максес прочитал. Рабиньо просто прочитал. Я вообще в шоке. Это какой-то просто пиздец. Три игрока травмировалось. Рабиньо. Ох, сильно не забивайся. Да что, одни потери отрабит. Так, Баптисту бьют по ногам. Будет штрафной, ну, забросим туда. А не Стилерой бьет мимо. Немножко. Судья к матчу добавляет 2 минуты. И еще есть 2 минуты, чтобы продержаться. Так, Баптиста фалит. Так, она не на пользу Квилани. Подает. Вани Стилерой. Вся. Уходи. Пас на Рабиньо. Нет, Селена. Рабиньо. Это нужно держать в центре. Прессинговый, прессинговый. Вандервард. Так. Тихо-тихо-тихо. Вау-вау, щеми его. Пас! Что? Что за нах? Фух, Касильяс нас просто спасает. Мне нужно бить последней угловой. Нужно отбивать. Так, что будет? Еще один угловой. Вынесли. Я дает играть, дает Роме играть. Выносим. Рабиньо. Да! 2-1, неужели? Ух, неужели за сколько? 1/8, 1/4. Всегда первый матч проиграл. Но тут неужели я выиграл первый матч? Фух, 2-1. Рабиньо.